звук, как будто кто-то стучал соседям. Потому что не у всех работают дверные замки. Я слышала, как будто кто-то соседям стучит. Вот. Я, ну, как, и услышала звук вот такой, как по стеклу вот бьют, когда, вот, например, приходят гости, в окно стучат. То есть такой какой-то, как, я не знаю, как с чем-то острым по стеклу режут. Вот такие вот были звуки. Ну, как, потом что-то такое, как треск был. Мы встали, он пошел, Игорь пошел проверить, а я пошла открывать дверь. Вот, он потом вышел, а говорит, что мы горим. Что вы стали делать? Ну, когда я уже зашла, я увидела, что там на балконе огонь, то есть я... Но огонь внутрь, он же пока не пробрался, когда вы увидели? Нет, он был там, балкон был полностью был закрыт, там пластиковые окна стояли, дверь была пластиковая. А сам балкон был застеклен или нет? Застеклен. Он был полностью закрыт. Так а что там могло загореться? Не знаю. Ну, а как огонь внутрь попал? Вы что, дверь открыли? Открыли. Тем люди, которые вот нас разбудили, которые вызвали пожарных, они кинулись тоже пытаться своими силами тушить. Там и баклажку с водой взяли, и там еще воду. А воды не было в этот момент? В этот момент не было в доме воды. Воды по району нету. Воды вчера не было на фабрике. Я работаю, садик находится на фабрике на Казакова. Там мама отчима живет. И здесь вот по району воды не было целый день. И чем вы тушили? Чем? Как ну, вот я же говорю, набранная такая, как запас воды стоял в ванной. Ну, сколько там литров? Кастрюля, вон кастрюля стоит, сколько там? Ну, 5 литров, синяя. 7 литров. Ну, где-то литров 10. Может, 20. Так ты вчера отказалась от госпитализации, да? Скорая приехала? Я была нормальная, просто что... Вот, я чувствовала себя нормально. Ну, кашляла, ну, блин, ну, дымом надышалась. Это не смертельно. А соседи как-то помогали? Вот какие-то прохожие или как это было? Ну, насколько я понимаю, опять-таки, со слов, с того, что я слышала, какие-то люди вышли вот сюда, ну, пиво попить, и кто-то, там, байкеры какие-то проезжали, я не знаю, кто-то начал будить соседей, и, соответственно, нас. Маме я позвонила, сейчас примерно попробую сказать, вчера. Маме я позвонила тоже не сразу, потому что была не в состоянии. Вот, в 22:33 я позвонила ей первый раз. Пожарные уже на тот момент были, и даже, по-моему, даже почти все потушили. То есть приехали они где-то, ну, максимум минут за 20 приехали. То есть где-то, ну, за 20, получается, где-то в 10 минут 11-го, ну, где-то с минут 20 они ехали. Скажи, пожалуйста, еще раз, так вы своими силами не могли потушить, потому что не было в доме воды? У тебя был запас какой? Запас был, ну, где-то 10-20 литров. Но его не хватило. Потому что когда мы уже заметили, там уже хорошо пылал огонь. Там уже полным ходом уже пожар.